Друзья, перед началом видео советую вам канал про лучшие посылки «Китай, доставляй». Самые чумовые фокусы, приколы и эксперименты из Китая. А еще там проходят конкурсы с крутыми призами. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. В этом видео на Моголь ТВ я покажу 6 простых на первый взгляд головоломок, которые взорвут вам мозг. В комментариях под видео не забудьте написать, на сколько из 6 вы ответили. Номер 1. Для разминки простая задачка на внимательность. На этой картинке 2 кота. Найдите их за 5 секунд. Для тех, кто не нашел сам, вот правильный ответ. Ставьте лайк, если смогли найти сами хотя бы одного кота. Номер 2. Слушайте внимательно загадку. Это дается человеку 3-жды. Первые 2 раза бесплатно, а за 3-й нужно платить. О чем это я? Итак, правильный ответ – зубы. Первый раз вырастают молочные, они вываливаются. На их месте появляются коренные. Но когда выпадают и они, то за вставные зубы уже приходится платить. Номер 3. Посмотрите внимательно картинку и через 5 секунд скажите, какой из баков наполнится водой первым, а какой последним. Разумеется, из-за своеобразной конструкции первыми наполнятся баки 3 и 4, а самым последним – никакой, так как бак номер 1 и 2 не смогут заполниться водой доверху, так как баки открыты и вода будет просто выливаться через верх 3 и 4 бака. Номер 4. Слушайте внимательно условия. Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а потом продавал их по 3 рубля. Через какое-то время он стал миллионером. Как ему это удалось? Начнем с того, что покупая яблоко по 5, а продавая по 3 рубля, вы ничего не заработаете, а наоборот потеряете деньги. А это значит, что человеку, чтобы при этой схеме стать миллионером, нужно было до этого уже быть миллиардером. Номер 5. Посмотрите на эту фотографию внимательно и скажите, что с ней не так. Если вы были внимательны, то заметили чью-то руку на плече у маленькой девочки. Эта картинка стала популярна в интернете, но никто не может понять, чья это рука. Что это, фотошоп или что-то еще? Пишите вашу версию в комментариях. Номер 6. И напоследок еще одна загадка. В 2 кошельках лежит 4 монеты. Причем в одном кошельке монет вдвое больше, чем в другом. Как же так получилось? Эта загадка, разумеется, с подвохом. Такое могло произойти только в одном случае, если в каждом кошельке было по 2 монеты. При этом один кошелек лежал в другом. Это были 6 простых загадок, которые взорвут вам мозг. Еще больше интересных видео с фактами и лайфхаками на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять комментарии под видео.